этом году условия конкурса немножечко изменились, особенно у каменщиков. Мы проводим по профессии каменщик соревнования на открытой площадке, не на строительном объекте. Но так как изменились условия конкурса, у нас национальное объединение строителей, которые совместно с правительством Российской Федерации организовывает конкурс «Строймастер», изменили условия. Поэтому сегодня каменщики наши будут соревноваться в других немного условиях, не совсем привычных, но тем не менее, я думаю, свое мастерство проявят. Ну, сейчас у нас Малацкий участвует, у нас в основном монолит и газобетон. Тут я смотрю, у вас нормально, так кирпичная кладка развита. Квалификация важна, нужна, и развитие, и устойчивого функционирования предприятия без квалифицированных кадров быть не может. И очень здорово, что такие конкурсы проводятся, престиж профессии рабочих, инженерных, он поднимается.